Во Франции скончался человек с искусственным сердцем. Это первый пациент, которому пересадили автономный орган нового поколения. Уникальную операцию провели в декабре прошлого года в парижском госпитале. Пожилой мужчина страдал острой формой сердечной недостаточности и находился в критическом состоянии. Но уже через несколько дней после хирургического вмешательства пошел на поправку и прожил еще 65 дней. Высокотехнологичное сердце работает практически так же, как и биологическое. Датчики снимают информацию о потоке крови в сердце, благодаря чему искусственный орган увеличивает или уменьшает ток крови. Но серьезной преградой для пациентов остается его цена. Аппарат весом 900 граммов стоит 80 тысяч евро, а операция 120 тысяч евро.